Применение абстрактных средств, совершенных в отношении животных, на которых идет запрет на пользование причинением крупного ущерба. Путем частичного сложения наказаний назначено 18 лет лишения свободы с лишением права заниматься любительской охотой сроком на 3 года с отбыванием наказания учреждения уголовной системы максимальной безопасности. Баникевич признан невиновным в совершении пункта 5 УК, взыскать осужденного Баникевича принудительную платежку от компенсации вреда потерпевшим в размере 30 месяцев расчетных показателей, что составляет 75 750 тенге. Взыскать осужденного Баникевича в соответствии со статьей 177 178 УПК РК доход республиканского бюджета судебной издержки за производство судебных экспертиз в размере 88 650 тенге.